Отключили горячую воду, не беда. Как говорится. Дождь поможет вам. Без труда. Вот так вот, ребята. Капец. Сейчас мы вам покажем, как нужно ходить по лужи камеры. Как нужно ходить по лужам. Да. Вот сейчас лужа, да? Препятствие. Препятствие. Не беда. Это да, это слишком маленькое, это не вызов. В общем, вот мы ищем пляж, гуляем, Пашка гуляет, радостно, весело. Не, у тебя есть ощущение, что мы в СССР? Есть, там он Ильич, памятник Ильичу стоит. А вообще тут памятников. Русь? Тут бабушек и памятников, а вон смотри, люди даже на гироскутерах современные есть. Смотри. Ребята, мы приехали на море. Острова Бора-Бора. Да-да-да. 600 тысяч на человек. Тут все, мы подходим, мы реально на море. Ё-моё. Мы реально как будто, ребят, на море приехали. На российский юг. Ну-ка, Настя, покажи результаты-то уже животом. Нет. Пресс-то, ты говорила, что у тебя есть пресс, я помню, дома. Тут, я лежу, не видно. Ну покажи, ты говорила дома, что у тебя есть пресс, как-то если лезешь. По-особенному встать, лечь. Где? Тут. Нет. Настя, ты мне пресс обещала показать. Нет. А, дымка. А где пресс-то, Настя? Ну, там еще далеко пока. Тебе глибас телочку-то надо? Ну, есть. Галина? Мы вам его Галину попозже покажем. Вот так вот покупались. Там явно собирается что-то нездоровое. Супер. 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 Че, Настя, ща польет. Глебасик кто-то. Топ-то. Кинул нас. Тапочки пытается. Ему тапки. О-о-о, смотри, бах! Падение ветки чуть не убило. Это пакет, я думал, там тут. О! Ща будет. Блин, Глеб, давай! Бля, Глеб, давай быстрее! Все, походу. Настя, вот! Ай! Пошло! Пошло! Это не пиздатное место, мы вообще взяли. Ну это хоть что-то. Что, Настя, накупалась? Угу. Это, по-моему, купались 20 минут, да? Отсюда. Что ты хотел за 100 рублей? За 100 рублей на русский юг попали? Хватит вам. Настя, пресс показала нам. Валибаси, где вкус свою? Покажет скоро. Любимую. Люто. Давай. Блять, мне сейчас не выпал он. Идиот, блин. Стоит что-то, снимает просто так. Так вот. Дыра. Настя, у тебя попка персик. Прикольно? Прикольно, Настя? Смотри, видел, я фишку сделал, Настя, Настя, смотри, типа, снимал такой, типа, у тебя попа, персик, а? Прикольно? Как это тебе? Не персик, это нектарин. Но. Попа. В общем, рецензия для тех, кто хочет покупаться там и так далее. Нам, в принципе, у скачки понравилось. Единственное, что тут река Кама. Те, кто пермский, понимают меня, о чем идет речь. То есть... Была бы тут сила, было бы вообще шикарно. Ну, но плюс народу дофига, но мы в субботу поехали и как бы. Я так и думал, что она попрется в эту лужу, а? Детеныш. Дитё малое. ТПшечка.
Удобно просто на нее фоткаться. Просто ТПшечка. Меня вот прикалывают почему-то все равно такие люди. Вот за этой херней. Они внутри как дауны смотрятся. Не, никому не в обиду. Тут просто на Настю насмотрелся и прям уже не могу. Уже тошнит вот этот и вот. Ой, сними, я ее типа выпаду туда. Только микрофон не закрылся. Такие тут места красивые на самом деле. Фотографии в Инстаграме есть, Инстаграм пиарим. Паша, Настя, Инстаграм. И у Насти есть еще отдельный Инстаграм. Инстаграм Бурдина. Нет. Анастасия Бурда. Бурда Анастасия у тебя или Анастасия? Бурда Анастасия в Инстаграме. Бурда, нижнее подчеркивание, Анастасия. Да, пиаримся. Вот, Настенька, там эти селфи-палочка, там ТПшечка, фотографии обязательно. Прям вперед, вперед. После дождя, грозы, свежий, горний, уральский воздух. Да, Анастасия? Да, почти. Иди вот так. Так лучше. Ребят, угадайте сказку. И поймал рыбак рыбку золотую, поймал. Она говорит: давай мне желание. Хочу, говорит, Пашу Настю увидеть. Хова! Пашу только. Хова! Настю. Та-дам! Понятно, как-то не очень ты это сказки рассказываешь. Классная сказка. Тигр. Та-та-да. Тигр. Тигр. Пидор. В общем, эти слабаки меня кинули. Ну ничего. Я вам хотел показать, насколько мы стали крутые в этих покемончиках. Не знаю, сфокусируется, нет? Вот, 11 левел. Друзья, вы сказали? Наши покемоны. Ну и раз уж мы в скачке, наша задача собрать новую вышку. Которая тут слабенькая совсем у них. Вот, это что касается покемонов. Поехали, вот она где-то здесь. Сейчас будем завоевывать ушку. У нас здесь Ратикати. 176, 378. Вася какой-то. Так, поехали. Берем просто и уничтожаем. Все, пожалуйста, теперь он стал пуст. Так, давайте оставим Голбота 523. Отлично. Теперь у нас точка захвачена. Стоит наш Голбот. Давайте сидите. Так там надо было два раза их забатлить, и все, я их вообще просто разнес, и у меня теперь моя вышка вот эта, ускачкинская. Только сюда больше никогда не поедем. Итак, все... Нет, так я номера закрашиваю, если хочешь. Да какой, блин, что номера закрашивать, никому ты не нужна. В общем, все ждали. Показывай девушку. Все ждали девушку, Глебастика, ту самую Галиночку. Галиночку, которую он прям любит, не может. Так, сначала видок красивый. И вот она, Галенька. Галенька. Галант. Какого-то там лохматого года. Где надпись-то Галант? Вот она, Галя. Галя, видите надпись? Галя. Галя. Да? Вот так вот. Реклама. Деревянные окна, двери, лестницы, мебель. Пермь, да? Да. А ты что, говоришь? Мы уже поехали домой. Я вообще устала, так хочу спать. Устала? Угу. Что ты устала? Спать хочу. А прическа какого? Не знаю, кого. Из мультика. У этой камеры вообще съемка в ночное время, видимо, не предусмотрена, Настя. Иди сюда поближе, может, увидите.
Она вообще ничего не видит. Ребят, простите то, что мы снимали на эту старую камеру. Вот вам небо. Вот весь вложек на нее, но ничего страшного, не так уж она плоха. По крайней мере, нас было слышно хорошо. Наська пришла заниматься на площадку, но ничего не видно. Хотел вам показать, что она молодец, реально держит свое слово. Так, продолжаю показывать небо. Держит свое слово. А мы вас, как всегда, любим. Наверное, сейчас уже сразу же попрощаемся. Вот она подтянулась. Ну-ка, давай, вот это вот видно будет. Она подтянулась, смотрите. Я уже не смогу. Давай, засранка. Ну, на видео. Первый раз я могла, а второй же нет. Короче, вы видели чуть-чуть момент. Спасибо вам, ребята, то, что вы нас смотрите, то, что вы с нами. Мы вам желаем всем счастья, здоровья, правда. Очень приятно то, что вы есть. И, блин, держитесь, делайте, мечтайте. Все у вас получится. Давайте, пока-пока. Наська начала прыгать уже на скакалке. Ну-ка, хоть услышно будет. Вот, слышите? Видите? Все равно ты не увидите, говорю.